Работы по строительству многофункционального центра в Стародубе постепенно завершаются. Сейчас основные усилия направлены на благоустройство прилегающей территории. Перед центром появится сквер, выложенный из плитки с удобными скамейками. Стародубцы с нетерпением ждут открытия нового социального учреждения. Все операторы будут выполнять одни и те же функции. То есть, если придет заявитель и захочет поменять паспорт, например, это услуги будет Федеральной миграционной службы, то он может сделать в этом же окне, не отходя. Оператор даст ему перечень документов, заявление, и заявитель сможет здесь свою услугу получить. Оптимизация и улучшение предоставления государственных и муниципальных услуг, сокращение времени получения необходимых документов – вот конечная цель работы центра. Сотрудников у нас 14 человек, будет открыто 7 окон прием заявителей, будут работать с 8 часов до 20:00, и это понедельник и пятница, и в субботу будет принимать заявителей до 13, с 8 до 13:00. Пока планируется, что центр будет обслуживать лишь Стародуб, но ведутся разговоры и о предоставлении услуг и жителям Стародубского района. Открытие многофункционального центра должно состояться в октябре текущего года. Игорь Мирчук, Александр Егоров. События, Стародуб.